Продолжаются антиизраильские протесты, направленные против авианалетов на сектор Газа. Сотни индийских студентов заполонили улицы города Сринагар в северном штате Кашмир. Демонстранты расписали баннеры с призывами «Хватит убивать мусульман» и «Израильский ад». Студенты возмущены действиями израильтян, которые, по их словам, массово уничтожают мирных граждан, в том числе маленьких детей. Митингующие призвали власти немедленно прекратить огонь. Напомним, 8 июля началась операция «Рубеж обороны», в рамках которой Израиль и сектор Газа неоднократно обменялись ракетными обстрелами. Среди израильтян накануне зафиксирована первая жертва нападений. У палестинцев количество погибших уже достигло 200 человек.